Давай-ка порвем его! Неожиданно. Но он прямо там заспавнился. Там же спавн новый, прямо в этом зале. По 90-кам. А, ты в этом углу стоишь? Понял, все. Сейчас по 90-кам, кто-то без него. ЧВК в шапочке с помпончиком, филантроп, плейбой. Так, там был донат, все пропустил. После рейда почитаю. Спасибо за поддержку, парни, очень приятно. Значит, дерево, говорите, не простреливается, да? Меняет пулю свою траекторию. Хорошо. Главное, ему не говорите об этом. Он расстроится, я думаю. А, вот тут он. Он на лестнице здесь сидит. Значит, у меня есть одна приколюшка против таких типов. Не знаю, проканает ли она. Хэклер, блять. Давай, 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 давай за стеночку. Ах. Пока что я на такую дистанцию не перестреляю с АКМ. У него слишком кучность хорошая. Ну и раз, что он тоже не будет по этому коридору. Это надо что-то идти выдумывать с ним. Забайтить на аптечку, например. Всегда срабатывает. Ну как всегда, частенько. Кто-то по кустам ходит над нами. Гранаточку бы, но... Как вот влетать в него? Вот он оружие скинул. Вот тут стоит, за этим углом. Можно проб... Сейчас можно пробежать прямо, потом резко на развороте ему дать. Готово, чат? Как-то так вот примерно. Один пистолетчик тут. И один вот там был. Два еще здесь. Хорошее начало. Там нормально? На еще. Блин, чел там не угомонится, блин. Блять! Сейчас вообще не испугался. Немножко удивился, но вообще не испугался, если что. Вообще вот. Я только одного видел, какого хрена? Один подходит. Медленнее я записываю, да-да-да. Тут еще к нам идет. Серьезно, блин? Два выстрела в голову, чел! Блять, только я начал говорить за хорошие сервера. Вы видели два выстрела в голову? А я шину не взял, да? Блять, не увидел его. На вогах. Охереть. Сидит типа лагает. Вы видели эту дичь? Чел, у тебя с интернетом проблемы какие-то. Смотрите, сейчас сделаем красиво. Смотрите. Гарри! Сервера стримерские. Килла. Все, поиграли развязку. Новые спавны килла, ребят. Наслаждайтесь. Как мы в этой темноте там что-то видеть? На, чат. Людей нету на развязке, вон, чекайте. Сурла. Че и патроны топовые. Серьезно, блин? Не, вы серьезно? Вот такие типы реально бегают развязку. Ведь... Запасные забрала, но не видите все дела. Так. Так, кот, сорян, на тебя места нету. Вроде все, да? Поехали. Ой, где-то по дереву у меня, походу. Ох, ёб, граната! Ючич, хочешь умереть-то, нет? Давай. Да. 61-е вообще не берут. На улицу. У меня бежит. Блять, мне хана быть, наверное. Есть? Еще один бежит. Грену сейчас кинет, падла. Все. Да. Капец, Вьетнам тут устроили мне, блин. Блять, по мне. Глушеная. Внутри. Да-да-да, в доме, походу, сидит мышь. Двое? Да. Да. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.